Друзья, всем привет! Я сегодня покажу очень хитрый совет, как убрать белые разводы от соли на обуви. И это средство можно брать с собой. То есть вы прошлись, белые разводы, куда-то заходить неудобно. И это средство очень хорошо выручает. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик. Уведомлять о выходе новых видео. Для этого нам понадобится уксус 9%, какая-то чашечка и обычная вода. Если вы планируете брать с собой, то салфетки и какой-то вот такой вот дозатор, куда можно залить. Это у меня вот такая вот посуда с распылителем, и сюда я заливаю эту смесь. Берем уксус 2 столовые ложки. И туда добавляем 1 столовую ложку обычной воды. Перемешиваем смесь, и все готово. Для того, чтобы брать с собой, переливаем эту смесь в пузырек наш. Наносим. И сверху наносим салфетку. Ничего больше делать не нужно. Тереть не обязательно. И прошло там 5-10 секунд, убираем салфетку. И пятна от соли убираются сами собой. И также, что хотела сказать, эта смесь какое-то время будет препятствовать образованию новых разводов. Очень это хорошо. И эту смесь можно взять с собой, как я уже сказала, положить в сумочку. И вы будете всегда выглядеть опрятно зимой и весной. И салфеточки, наверное, есть у каждого. Так что очень хороший способ, обязательно воспользуйтесь. Всем спасибо за внимание, до следующей встречи.